Сенсен-Зекен. Тема нашей работы – «Ислам как часть мировой культуры». Ислам – это одна из самых молодых трех мировых монотеистических религий, возникших в 7 веке нашей эры. Со времен возникновения он проходит сложный путь становления своего культа, догматики и окрятности. Появление и формирование ислама как религиозной системы связано с личностью Мухаммада. Он был выдающейся личностью, талантливым руководством, религиозным информатором и гениальным поэтом. Именно он заложил основы догматики и обрядности ислама. С ним связано и появление священного писания мусульман Корана. Характерной чертой исламской культуры является нераспределенность региона светскую и религиозную. Это происходит из-за специфического понимания характера связи человека с Богом. Исходный принцип ислама – историческая встреча человека с Богом и учение ему своей судьбы. В Коране нет описаний, исторических событий, нет хронологии, он аналогичен. Поэтому важно не понимание, а толкование слова Корана. Художественное творчество тоже неприемлемо. Времени. Там нет описаний, событий, героев. Зачастую он носит абстрактный характер по форме содержания. Только Бог обладает способностью к творчеству. Человек же перед Богом следует быть доверчивым и понятливым. Мораль арабо-мусульманской культуры тоже своеобразна. Она элементарна и доступна для верующих. В ней нет абстрактных невыполнимых указаний, как в других этических системах. Ислам опирался на 5 столпов веры, являющимся важнейшими обязанностями мусульманина. Первое – это вера в то, что нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед – посланник Аллаха. Второе – исполнение ежедневной тихратной молитвы, намаза. Третье – соблюдение религиозного поста в течение 30 дней мусульманского месяца Рамадана, Роза. Выплата социального налога, закят, пользу нуждающихся. Большое полномочество в метку, которое совершается 12 месяц, Зуль-Хиджа, мусульманского календаря. Основные положения для учения ислама изложены в главной священной книге – Коране. Мусульмане считают Коран высшим и наиболее полным из существующих священных писаний. Коран – это священная книга всех мусульман. Она служит основой для религиозного и гражданского законодательства. Название этой книги происходит от слова «Коранай», что в переводе с арабского означает «читай». Коран делится на суры, ряд камней и вкладки. Суры делятся на аяты, по слову знамения. Иногда слово «аят» расчетно переводит как стих, а суру – как главу. Всего в Коране 114 сур. Наряду с Кораном важным источником исламского вероучения является сунна – мусульманское священное предание, представляющее собой совокупность хадисов, рассказов об изречении в действиях пророка Мухаммеда. В исламской культуре особую роль играет шариат. Шариат означает прямой путь, правильная дорога к цели. Шариат – свод религиозных и правовых норм, составленных на основе Корана. Во многих мусульманских странах судопроизводство до сих пор ведется по шариату. И в конце хотелось бы сказать то, что традиционная исламская культура – это одна из высших форм существования человеческого духа. Она есть результат колоссальной духовной работы многих поколений, наиболее талантливых из мусульман, помогающих людям открывать двери разума для мудрости и красоты. Она есть совершенно уникальный пласт человеческого бытия, обладающий огромным мировым значением. И никто не вправе забывать о том, как много ценного и доброго обрело человек.